Проявить максимум бдительности просит россиян, которые сейчас отдыхают в Турции. Ростуризм призвал не покидать курортных зон. Все из-за нового теракта, который произошел сегодня на востоке страны в городе Ван. Мы рекомендуем нашим гражданам проявлять осторожность, находиться в местах, специально предназначенных для нахождения туристов, туристских зонах, где обеспечивается достаточно высокая безопасность, быть предельно внимательными. Ну и, конечно, отправляясь в страну, понимать, что, к сожалению, вот там происходят эти террористические акты. Взрыв прогремел этим утром. На воздух взлетел заминированный автомобиль, который припарковали на площади между зданием администрации города, отделением правящей партии «Справедливости и развития» и полицейским участком. В итоге пострадали почти полсотни человек, большинство гражданские. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял, но власти приписывают ее запрещенной в Турции рабочей партии Курдистана. Стоит отметить, что российских туристов в Турции сейчас сравнительно немного. Чартерные авиаперевозки со стороны восстановили только в самом начале этого месяца. Запрет Москва сняла после того, как Анкара извинилась за сбитый российский Су-24. Мы считаем, что, включая октябрь, Турцию может посетить, может быть, 150-200 тысяч человек. Поэтому, исходя из этого, можно оценить примерное количество туристов там находящихся. Оно не очень значительное. Ну и при этом хочу повториться, что мы не думаем, что в этом городе, на востоке Турции, могли находиться наши туристы. Организованных туристов там точно нет.